Подозреваемые в убийстве майора финансовой полиции Жандоса Ахметова сегодня заговорили. Слово им дали прямо в следственном изоляторе впервые в истории Североказахстанского суда. Журналистам разрешили присутствовать дистанционно, разместив в комнате через стену. Но даже так рассказ подследственных напоминал криминальный триллер. 22 числа мы приезжаем на место. Дом. Показывают мне дом, подъезд. Я осмотрелся. Сел в машину, уехал. Все, закрыли этот день. Нет этого дня. Первый раз приехали, потом второй раз я его увидел. Третий раз уже преступление. Все. Вот так несколько часов подряд подозреваемый Ковалев возвращал суд к мысли, что все в этом деле просто. Он стрелял, потому что исполнитель. В кого выпустил 5 пуль, не знал. Увидел позже в новостях. До того момента, пока мы не приехали к дому, ни фотографии, ни информации, кто он, что он, понятия не имел. Я вообще стараюсь не задавать лишние вопросы. В этом деле 36 томов. Это уже 10-е заседание. Журналистов в импровизированный зал суда не пустили. А вот отцу погибшего пришлось слушать все. К примеру, что сына убили за обещание помочь связями в бизнесе. О деньгах там речи не было. О деньгах, да, спору нет. Я получил деньги, я не отрицаю. Ну это... Ты, говорит, поможешь мне, я помогу тебе. Хотя бы какие-то извинения по терпевшей стороне высказывали? Они помогут. Даже если я мог бы вернуть время назад, не было бы меня, был бы кто-то другой. Я лишь механизм, то есть какая-то часть. Напомним, по версии следствия, майора убили по ошибке, перепутали с его же начальником. В это не верит отец погибшего. Не может понять уже экс-начальник и недоумевает киллер. Ведь он убил именно того, на кого указали дважды. Ольга Витукевич, Дмитрий Ройс, 7 News, Петропавловск.